8 лет я ходил в очках. Мешали они мне, ну, бывало то, что не мог заняться определенными видами спорта или еще чем-то. В итоге долго думал насчет коррекции, когда уже повзрослел. Долго к этому шел, очень волновался, переживал. Но в итоге пересилил себя, сделал себе лазерную коллекцию в Оксимере. И жизнь заиграла новыми красками. Теперь обычные очки поменял на такие. Как будто бы началась новая жизнь новыми красками. Очень был рад, очень благодарен клинике. Спасибо большое, что открыли для меня новый мир.